Рыбакит, папа рисует. Здрасте, люди, с вами Ваня и... Ваня, и сегодня у нас говноконфетка в эфире, как всегда. Будем рисовать повторение Биг Дэдди. Биг Дэдди мы будем... Не повторение, что Ваня переживает, что мы рисовали когда-то это дело с кем-то на моем канале Рыбакит. Я думаю, что никто не оценит. Да, а я теперь говорю, что можно рисовать хоть с утра до вечера одно и то же. Сегодня мы рисуем и Биг Дэдди, и это из Биошок. Первая, второго, да, Биошок, да. Давай рисовать Биг Дэдди, и мы будем рассказывать, чем он... Тебе хорош. Да, я выбрал, как всегда, эту игру, а Ваня ее... Мы по выбору выбираем. Ну, выбор каждый себе выбирает, такой, мы рисуем, обсуждаем ее. Чем тебе эта игра понравилась, Вань, чем не понравилась? То, что это необычная игрушка, если честно. Необычно. Чем она необычна? То есть там типа этот всякие. Обычный Doom, ходишь, убиваешь всех. Не совсем Doom, как бы, но Город Восторг очень хорошо сделал. Мутанты и прочее. Вот, если честно, есть немножко уважение к этой игре. Особенно не, небольшое его, но небольшое, да? Но обосрать из-за того, что темно очень. Я не люблю темные игрушки. Любишь светлые игрушки? Да, но света побольше. Потому что я потом. Я один раз. Что, обкакался, когда смотрел эту игру, да? Outlast. Ну ты рассказывал про свои страшные игры, что это очень интересно, с другой стороны страшно. Ну давай что-нибудь я расскажу про... Это известная говноконфетка, я тебе Почему скажу. Говноконфетка? Ну эта игра, она точно, вот она настоящая говноконфетка. Во-первых, она нифига не продавалась. Я знаю, что они ее сделали, и все считают ее крутой, и мне она очень нравится. Но людям она такие, люди вот как бы их... Некоторые ее не проходят. Не проходит, как ты играешь в нее, как бы здорово вроде бы, а потом ну что за говно-то играешь-то? Да? Как-то, ну не знаю, ощущение, мне кажется, у многих людей, которые играли в нее, говорят, блин, это шутер-то, ни хрена это не шутер. Я, кстати, ее считаю шутером. Ну это и есть шутер, это шутер от первого лица, там стреляешь, убиваешь. Ну вот чем она цепляет, трудно сказать. Мне лично она, конечно, понравилась тем, что у нее хорошее ощущение дизайна, всего создания мира. Вот то, что и Ваня вначале сказал, что все настолько интересно и хорошо. Город Восторг, особенно. И еще когда и сеттинг так устроен, что ты... Город Восторг, да, все это подводное. И вообще мне это нравится. Подводный город. С детства там, знаешь, такой капитан Немо, знаешь, был такой. Ты, да, да, я вот помню. Читал, какой мудила был известный. Мудила? Ну а что он, капитан Немо, богач какой-то там, что-то делал, я помню. Сделал себе подводную лодку и жил на Наутилусе. Жирная очень. Да, жирная, и она типа обладал суперсилой. Кто? Электричество. Кто? Ну, этот Немо. Биг Дэдди? Немо? Немо. А, он силу электричества. Да, он супергерой тогда. Ну это Жюль Верн придумал. Мы тут ругаемся, я хочу отвлекусь, это... да, потому что мы для взрослых уже эту передачу делаем, для детей это 18+ напишем, хотя матом мы, наверное, не будем ругаться, да? Просто будем обсирать, да, чтобы побольше срача было, чтобы этой фигни. В общем, мне не кажется, что этот чувак крутой, но у меня кулак не влезет, кажется, этого фигни. Ну, кулак это не основное оружие, это бур. А, большой вот бур я возьму. И вот это мне понравилось. Как только я увидел эту игру, чем эта конфетка, как только я увидел ее, думаю, там поставлю себе на Mac, поиграю, она на Mac пошла у меня. И я такой поиграл 10 минут и думаю, о, это такая интересная игра, прям там так все интересно стало. И я, короче говоря, сразу купил себе Xbox и начал играть в Xbox. Потому что мне нравится больше на джойстике играть, а тебе не нравится на джойстике. Непривычно. О, вот как раз по поводу этого можно устроить еще срач. Как? Срач, почему срач? Срач. Пердяч. Ну тебе нравится на этой, на мышке играть? Ну, у меня клавиатура и мышка. Да потому что у тебя нету джойстика, то тебе не нравится. Нет, джойстик дома есть, правда, ну куда его подсоединить? Вот именно, что есть, что нет, это как не знаю, колесо без машин. Ну, конечно, не важно. А нужно, интересно. Вот ты, например, у меня играешь же в джойстике. Да. Ну я потихоньку привыкаю. Геймпад, как его говорят правильно. Потихоньку привыкаешь, у тебя ломка идет, что вот этой мышкой надо быстро целиться, да? Ну, у меня уже привычка просто уже вродилась это. Вродилась уже? Настолько вродная привычка. Ну, мышка, я быстрее реагирую, чем. Ну конечно, вот мышечкой ты маленькая двигаешь, а геймпадом сложнее. Ну я тебе скажу, что геймпадом я играл и тем, и другим. Кнопок. Я и тем, и другим экраном. И как бы в геймпаде меньше кнопок. Ну.
Да не скажи. Не, ну комбинации там кнопок. На клавиатуре ты тоже играешь? Там... Ну там 30 с лишним. На клавиатуре? 33, 30. Ну их больше. Много, да, но ты же не пользуешь все. Особенно мне на клавиатуре не нравится вот это вот хождение вперед-назад. Я такой думаю, ну мышкой буду ходить, нифига. Нужно какие-то маленькие ручкой вот так вот взять, вот так пальчиками так скрестить. Взять пальчиками конфетку, взять, вытащить. Ну это же не конфетка, это же говняшка. А, определенную кнопку. Во, какие-то кнопочки надо тыкать, чтобы вперёд съехать. Давай раскрашивать. Вот я видел Call of Duty. У тебя классно получается, чувак. Вот я играл в Call of Duty MV3 в компьютерном клубе, пытался. Но никак, я вообще не умел управлять на клавиатуре в нем. А вот на джойстике мне уже привычно было играть в неё. Что-то ему как-то многовато глазами. Да у него много глаз. Многоглазик. Не знаю, что они такое лобовое стекло сделали, все такое. Ну ничего, давай. Ну потому что, чтобы стекло не пробило. Какие-то провода будут. И это, короче, подводный водолазник, надо так сказать. Подводный костюм. Надо рассказать немножко об этой игре, что ли, а то люди не знают, как мы рассказываем, да? Не, а вдруг они знают, они же прошли ее. Кто? Да ни один школомотер и школодер не прочел, не прочел ни одной книжки во всю жизнь свою и не прочтет. Я уверен. И ни одной игры нормальной он тоже не пройдет. Ни одной. Он только будет свою доту рубаться. Дотку я бы сказал, да? Ну, Дотку я задрал. Вот Антон, он любит Доту играть. Я не понимаю. Что не понимаю? А ты играл в Доту? Не, она не понравилась, только из... Вот по виду уже не понравилось. По виду? Ну, фантастика мне не нравится. Слишком сильно. Раскрашивание. То мы не успеем за 10 минут. Конечно, мы не спешим, но все равно стараемся не очень затягивать мудотень свою. Нет, это мудрствование. Это от слова мудрство. Мудрить. Да, и намудрили мы что? Что Биошок гениальная игра, но немножко темная. Ты можешь в экране немножко посветлее сделать. Или днем играть, чтобы не так страшно было. Да не, там даже днем там нифига не видно. Ну, это самые потаенные места души. Он разобрал, что вот пошел там мужик, сделал этот город, а в конце концов... Я забыл Атлас, что ли, как-то мы его звали так. Какой-то... Типа его звали Атлас, а на самом деле его как-то по-другому. Нет, какой-то это Энри Райан там. Ну вот. А Атлас это его дружок был, что ли, который там всех хакал там. Ну и, короче, в конце концов он сам виноват. Он помогал ему выжить. Вроде. Ну не важно, мы же просто рассказываем про игру, типа вот как механики и так далее. Я тебе скажу, что вот когда ты впускаешься внутрь, вроде вот, вот много... Там суть такая, что богач пустился на дно океана не после богач, Второй мировой... Не важно, ну богач. Мафия, а кто? Мафия у нас и есть богачи все. Мафия же, правильно? Нет, это вообще не дело, когда... Капитан Катани. Блин, ошибся. А нет, это же все мафиози. Не, они, он, да, это, ему сказали, пожалуйста, ну, там, короче, была записка, пожалуйста, всегда пожалуйста там было, прими милосердие там какое-то. Он достал из коробки пистолет, ему записку послали. Ну это ты пытаешься рассказать всю игру, а я суть игры. Начало. Ты не пытаешься рассказать, а я не пытаюсь это рассказать, я говорю, ребята, там был такой чувак, который богач был, и после Второй мировой войны, он фашист, я думаю, какой-нибудь, наверняка фашист. Фридер. Да, и он решил сделать себе сам свой город, свою страну под водой. Я про этого рассказывал. Он это сделал. Потом и там жил. И вроде все хорошо, и денег много, и там. Все потом остаграбились там. И потом... Зависимость соли стала очень большая, изнешка. Зависимость. Короче говоря, они там себя плохо чувствовали в конце концов. Нажрались соли там по поводу этой. Соли? Ну нет. Ну суть такая, что. Все плохо в обществе, и оно грязно изнутри. И даже если ты много, и все такие стараются, и там даже вот много всяких намеков, она такая очень глубоко продуманная, и сценарий там весь. И там даже самые воспитанные люди, которые были очень-очень воспитанные, там, верх общества какая-то, верхушка, она все равно какая-то извращенская, там, гомосеки всякие были там. Все намеки на все плохое было, понимаешь? Да. И вот, понимаю, вот, и вот это все очень, показывает, что вот как раз подводный мир, весь подводный, подсознательный мир, он всегда плох, изнутри вот все гадское лезет из человека, все гадское само по себе лезет, оно там внутри сидит, а культура, она его благораживает,
Вот ты культурный мальчик. Когда надо. Когда спишь. Да? Чем тебе вот культура? Тебе культура нравится? Чего именно? Культура. Байшок или чего? Культура приготовления вкусных обедов. Смотри, какие. Культура питания нашего. Как тебе? Если русская, то да. Русская? А что, ты знаешь русское питание какое-нибудь? Борщ. Борщ? Это не русский. Украинский. Да, это я водка. Теперь как настоящий вообще не ем борщи. Водка? А водку тоже не русские придумали. Вообще-то это ее наши. Да нет, ну это все враки, типа там Ломоносов кто-то там выдумал водку. Кто-то... Нет, это придумали в Италии, чтобы можно было очищать вот так спиртом. И вот водка получила. Италии. В Италии натуральный вот какой-нибудь там. Папа первый придумал, пил водку. Что-то мы уже на алкоголь спустились. Потому что как-то 18+ точно придется ставить. Ты что-нибудь такое про игру. А чем эта игра говно? Вот конфетка я рассказал. Я тебе расскажу, чем она говно. Чем она говно? Я не знаю, честно. Вот я в говно не отпустил бы ее. Надо придумать, надо смотреть. У нас же такая передача, мы должны придумать, чем она придумщики. Говно. Я скажу, что есть в ней что-то такое говняное, когда играешь. Что-то такое, знаешь, потаенно говняное есть. Тем, что... Тайное говно. Они как бы придумали, но вот все хорошо и как бы все почти классно, много классного. Но идея, и когда тебе выдают задание, вот вчера, например, Вова мне играл, да. И там задание фотографировать монстров каких-то или еще что-то. Это не очень. Вот это что-то вот, какой-то в этом ненатуральность есть. Зачем фотографировать убийцу? Да. Это типа, ну как это, были обычно киллеры, убивают их, потом фоткают, чтобы это доказать, что они их убили. Может быть и так и было, ну, я не знаю, ну вот это состояние ненатуральности мира, вернее, натуральности, хорошо продуманности мира. Но логики. Но потом игровая механика прикрученная, вроде бы она здоровская, ты мочишься там, бегаешь, ну в смысле, там все здорово придумано, но в конце концов как-то все перемешано, и из-за этого немножко как-то ты вот не очень веришь в этот мир, потому что он какой-то становится странный, там надо фотографировать какие-то еще. Только часто очень фотографировать придумать. Ну понятно, что это игра, что-то еще надо делать. Но... Вот мне не понравился последний босс, и они везде там плохо сделаны, вот как бы все как-то. Нет, это криво. Если ты проходил до конца, ну вот что-то они совсем плохо. Я расстроился немножко, когда я увидел последних боссов везде вот в этих играх. Мне они не очень понравились. Вот. А про Infinity мы расскажем еще как-то, давай. Да, Infinity. Отдельно обосрем эту игру. А я ее попытаюсь как-нибудь вытащить из грязи. Нет, не вытащишь. Я ее так обосру, что не вытащишь. Вот все, давай уже заканчивать, уже много времени прошло. Давайте, ребят, рисуйте, обсуждайте, а обсирайте на днях. Некоторые игры. У тебя получился какой-то лягушонок этот, колокушонок, да? Я сказал, что это второй большой мышерисун получается, или первый, я не могу понять. Ну, не знаю, ну... Ладно, будет полтора, второй. Полторашка, все. Все, пока. Пока. Рыбакит, папа рисует. Подпишись на канал и рисуй вместе со мной.